Благодаря естественному круговороту, родниковая вода приобретает свойства, оказывающие благотворное воздействие на наш организм. Эти свойства вода зачастую утрачивает при химической обработке и перекачке по бесконечным трубопроводам. С помощью методики витализации воды приборами ЭВО можно восстановить первоначальное качество воды. Внешняя оболочка прибора ЭВО обработана естественным магнитным полем Земли. Внутри прибора находится природная эталонная вода, которая бесконтактно передает энергию и информацию воде, протекающей через прибор в виде вихревого потока. Благодаря этому вода обретает силу и энергию, характерную для качественных природных источников. Исследования и научные тесты подтверждают, что вода не только приобретает улучшенный вкус и дольше хранится, но отличается также повышенной мягкостью и положительной микробиологической устойчивостью. В ней прекращают размножаться микроорганизмы. Она обладает улучшенными очищающими свойствами, очищает трубы от ржавчины и накипи. При поливе такой водой растения лучше растут, а при использовании ее в отопительных системах расходы на обогрев снижаются минимум на 7%. Посредством витализации воды по технологии ЭВО черная, дурно пахнущая вода из отопительных систем становится снова чистой и прозрачной. Крупнейшие предприятия и частный сектор по всей Европе уже применяют эту форму витализации воды. Экономится огромное количество химикатов, корректируется показатель pH. Есть экономии в том, что касается отопления. Благодаря тому, что мы установили приборы ЭВО, мы смогли увеличить интервалы между чистками систем с 1 недели до 8 недель. В результате мы смогли сэкономить чистящие средства и рабочее время. Значительные изменения произошли в химической обработке. Мы смогли добиться радикального сокращения количества используемых химикатов, а вода в результате приобрела превосходные качества. Мы можем констатировать, что по части отопления у нас очень большая экономия. Что касается техники и подготовки воды, на четверть. А в том, что касается всяких химикатов, экономия составила, пожалуй, даже 1/3. Благодаря успеху, которого мы тут достигли, мы решили витализировать и питьевую воду, поэтому установили устройство ЭВО на кухне в нашей заводской столовой. И это было столь успешно, что мы смогли отключить устройство для умягчения воды, и при этом нет никаких проблем с кальцинированием, особенно в посудомоечных машинах. Витализация воды приносит пользу здоровью, она разумна и полезна. Результаты, получаемые на тысячах объектах Европы, показывают, что инвестиции являются оправданными. Приборы ЭВО дают нам новое качество жизни.